Доброго всем времени суток! Вы на канале Мигранточка, и с вами я, Василиса. Это видео, скорее всего, будет интересно только женщинам, вряд ли мужчинам. Поэтому, если у мужчин есть свои дела, пусть они займутся ими. Но если вы хотите, то, конечно же, посмотрите. Сегодня мы с вами отправляемся в клинику. Сегодня мы с вами наводим красоту. Или последствия пандемии и обжорства и лишних килограмм. Мы сегодня с вами отправляемся на процедуру, которая называется Freeze Your Fat Away. Или эта процедура называется криогидролиз, то есть заморозка жира. То есть весь ваш лишний, как говорится, все килограммы, все ваши подкожные жиры замораживаются при температуре от 7 до 10 или 11 градусов, в зависимости от объема и необходимости, которые, как говорится, вам нужно. И затем вы лежите, ждете в этом состоянии где-то от 30 минут до часа. И потом, как говорится, в эту часть, как обещают, не должны чувствовать, но со временем жир будет выводиться, то есть эти клетки будут отмирать за счет того, что они заморозились. Такое ощущение, говорят, что будет, как будто руки у вас, как говорится, замерзли на морозе. А потом эти клетки, которые замерзли, да, они естественным путем будут выводиться из вашего организма. Нужно очень много пить воды. Вот. Ну что, интересна вам такая история? Готовы увидеть медицинские процедуры? Ну что, поехали. Поехали в клинику. Ну что, вот мы вошли в клинику. Здесь, пожалуйста, у нас с вами телевизор. Все брошюрки есть разные. Здесь вот ресепшенист сидит. Салли. Салли, say hi. Hi, Салли. Yeah. The name of the clinic называется клиника New You. Здесь у нас с вами разные брошюрки есть. Что они делают? Разные всякие процедуры. Знаете, сжигает жир, и мужчин, как говорится, в чувство приводит, и женщин, и все, что связано с лицом. Еще брошюрки. Давайте посмотрим, пройдемте в кабинет, что здесь есть. Вот всякие, значит, для ног, всякие здесь продаются крема. Ну что, пройдемте по кабинетам, посмотрим, как клиника выглядит вообще. Вот такие вот современные кабинеты. Все разделено на отдельные такие небольшие кабинетики. Все процедуры происходят вот здесь, видите. Это один кабинет. Идемте с вами дальше. Еще одна какая-то машина стоит. Тоже экзекуции делают. Но делают красоту для женщин. Еще так вот выглядят палаты. Здесь у нас телевизор нет, но каких-то есть телевизор. Видите, сам свет включился. Ох, идите дальше. Клиника небольшая, но, как говорится, это частный бизнес. У них несколько есть локейшнов. Видите, вот так вот здесь все выглядит. И там, где я была только что, всякие машины современные стоят. Здесь даже телевизор у нас с вами есть. Видите как? Пока лежишь, можно сериальчик посмотреть. Идемте дальше. Вот еще какая-то машина. Diamond Dermabrushing. Dermabrushing. Это для лица что-то делают. Угу. Ну, здесь такая area для них. Типа кафешечка, столовка, если они кушают. Ну, достаточно приличный туалет. Как вы видите, да? Ну что, выходим. Видите, все в масочку ходят. Здесь такая подсобочка такой. И там уже выход на улицу. Ядец. Это офис, как мне сказали, видите, это офис. Там ресепшенист был, а это офис. И здесь у нас опять же другая машина стоит тоже. Видите, как все прилично, культурненько, чистенько. Так что вот. А вот там уже улица. Там вот такая улица. То есть выход есть и в одну сторону, и в другую. Welcome to New You Spa at Richmond Hill. My name is Sally Banas, and I'm gonna tell you what we have. We offer a variety of latest technology. We have the latest technology from non-surgical facelift, injectables, as well as body contouring, our popular body sculpting, as well as EM sculpt, electromagnetic. We are launching our first skincare product,
the number one in the world, which is the Jubilees, the first topical absorbable dermal filler in a cream. Wow, very nice. It has a complete set with cleanser, day lotion, eye cream. It has a serum as well as the best eye cream. We specialize in body sculpting. You can lose fat in 30 minutes. At the same time, you can also, we have the EM body sculpt that in 30 minutes you can do a 20,000 sit-ups. Okay, can you tell me how it works? What is the procedure? Is it like hertz or it's what? It's electromagnetic. Mm-hmm. And you will lie down. The machine is, it works like a gym. Oh, I see. Especially now, it can target different body parts. You can also do your buttocks area, the popular abdomen, as mm-hmm. well as your glute, and at the same time, even your arms. Yeah, you can see difference between before and after. Why? It's a big difference. Yeah, it builds your muscle, its tone, and shape your body. Mm-hmm. Very nice, yes. And what else do you have in your clinic? We also cater the hair restoration. Mm-hmm. The procedure is done by extracting your platelet-rich plasma, and that's the best and safe method for producing more hair follicles. It may require a few sessions for depends on each individual, as well as the PRP right now is also we can use for face treatment, as well as the any scars on your body. Okay. Do you have any treatments for guys, for men? All this procedure is actually for both men and female. Mm-hmm. In fact, majority of our clients doing injectables, as well as the body contouring, and the most popular laser hair removal. Mm-hmm. Very nice. Do you have a few locations? We have. We have at least in different part of the city. We have in Woodbridge, Burlington, Cumberland, Port Credit, and Davisville, as well as Queen Street West. We just opened and launched a nice, beautiful at the Cumberland downtown. Oh, very nice, very nice. Can you tell us a little bit about the body sculpting procedure, how it works? It's very, very safe and effective method, non-surgical procedure, especially if you just wanna lose some few inches on your body. We can do a few sessions. It works by losing a circumference, as well as you do perhaps repeatedly within about a month to 5 weeks apart. And then after the procedure, there is no downtime, as well as it's a very safe in terms of anybody can do the procedure. Very nice. And how many sessions do you have to do? The procedure is very straightforward. Based on each client, we customize after we do the pre-assessment to measure the target area. Perhaps they can do between 3 to 4 sessions to get the result. Very nice, very nice. Thank you very much. Okay. Good morning, my name is Carmen. I'm the nurse here at the Richmond Hill location. Here we have our body sculpting freezing machine. And I'm just going to demonstrate a little bit. This is our handpiece that we use. We apply to whichever target area we are targeting for whichever specific client. So we have multiple handpieces that we can use. So basically, whichever area is the concern area, you apply the handpiece with different size applicators in order to target and freeze the fat area. So the area is frozen for at least 50 minutes. We have different stages of freezing. So it first warms up the area, breaks up the fat cells for 3 minutes, and then for 50 minutes it will be freezing the fat cells. And the last stage is called the shock wave, in which it then massages and breaks up the fat cells a little bit more in order for the fat cells to drain through the system. So each treatment is done 6 weeks apart. First treatment, and then second week
treatment 6 weeks apart after that. So these are the hand pieces on their own. The machine itself is very smart. We have four different hand pieces that we can work with. Each hand piece can be set to a different degree, different temperature, and different time. So depending on the area, how large the area is, or how much fat needs to be destroyed, we adjust the temperature and the settings here, and just apply it to the area and freeze the area for 50 minutes, okay? So using this innovative body sculpting technology, fat cells are targeted and frozen and crystallized, allowing the body to naturally remove the dead fat cells, essentially melting them away effortlessly and painlessly for me. So I'm thinking I'm going to do one upper one. Okay, gel on the area. And so basically the hand piece will attach like this. Okay, and we start. So what happens, the whole area will be sectioned into the hand piece. To about 50 minutes, and it's going to freeze the area for 50 minutes. And for herself, we're also going to apply it. Since we have multiple hand pieces to work with, we're going to apply another one for the upper abdomen as well. And so I'll do that now. So the gel we're applying here, it's just to protect the skin. And after treatment, she'll be a little bit red on the areas, but that'll go away before she leaves the clinic today. Applying the second hand piece to the upper abdomen. Settings are a little bit different for the upper abdomen, probably about 45 minutes of freezing. It's the same thing, it's going to suction everything in. Okay. Once it's grabbed as much as it can, I just support it with a towel. They don't go anywhere. And that is all we're doing for today. So realistically, after treatment today, there is no downtime at all. Important to note, drinking lots and lots of water so that the dead fat cells will be able to flush through your system and you'll quite literally pee them out within the next 6 weeks. Okay? Very nice. Thank you. No. Ну что, ребята, лежу я здесь, меня все бросили. Она ушла, оставила мне верхнюю мутку, ломила на живот и ушла. Сейчас это все будет замораживаться. Что я чувствую? Немножко тянет, холода еще я не чувствую. Какие-то два ведра поставила мне на живот. Вот, говорят, что все это должно заморозиться, естественным путем из организма вывестись. Мы сразу потеряем многие килограммы, чтобы быть стройным. Несмотря на то, мы очень много наели килограммов за время пандемии. Печенки, конфетки, в общем, сами знаете, куда все идет. И теперь я здесь для того, чтобы эти конфетки вывести. Так что, ребята, когда несете конфетку в рот, 100 раз подумайте, стоит ли это делать. Ой, ну ладно, буду отдыхать, 45 минут, да, я все это должна потерпеть. Потом будет живот с синяками. Привет! Пациент лежит на процедуре. Мы сделали, вот смотрите. Вот такие две кремушки мне поставили. Одна и вторая. Видите? Вторая спряталась. Вот она. Там животное пришло.
Пандоре, не представляете? Такая фигня. Вот такая. Ну, не знаю, видно что-нибудь или нет, что здесь происходит. Мне сложно сказать, представить, потому что тяжело. Вот так вот это выглядит все. Так, мы на животе все положили. Вот такой там страшный процесс идет, видите? Вот там мой живот лежит. Вот там второй. Помните сколько? Кошмар. Вот второй, вот второй живот, ники, видите? Вот такой вот теперь красненький, ничего не чувствую, вот здесь как замороженное. Хочу после процедуры поделиться своими впечатлениями и ощущениями. Это не смертельно, не страшно и не больно. По сравнению с липосакцией, которая это настоящая процедура, настоящая операция, то есть где этот жир вас, как говорится, откачивают. Это, как говорится, очень щадящий вариант. Я не знаю, сколько нужно будет процедур сделать и какой будет результат, но в принципе все это терпимо, не смертельно. Так что если вы решились на это, делайте. Я думаю, сейчас и в России, и в других странах это достаточно популярный, как говорится, способ избавиться от лишних килограммов.
Ну что, давайте обсудим в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Жду ваших комментариев.